включаю мотор. Это дрифт-трайк с жесткой задней осью на огромных задних колесах от квадроцикла. Естественно, это все на электротяге. Все самодельно шипованное. Прям зло-злом. Контроллер выдает максимум 9 киловатт. Вот. Так что веселая штучка получилась. Валит нормально. Сиденье от чего взял? Ну, сиденье тут от моей машины, от гольфа. Раньше я катался на нем, лет 7, наверное, на нем проездил. Потом решил стоковое поставить, а это вот осталось. Ну, пригодилось. Раму сварили буквально за вечер. Все остальное, в общем-то, так, потихоньку-полегоньку доделывалось, переделывалось. Уже не знаю, сколько раз. Сейчас это самый, наверное, злой аппарат из всех моих, самый мощный. Ну и, наверное, самый быстрый. Сейчас проехал 49 км в час уже едет, и это не полное. В общем, нормально. Расскажи немножко, как прошли испытания. Ну как, отлично. Аппарат рулится шикарно. Дрифт прям идеально контролируется, все круто. Зацеп не сильно большой задней оси, но как раз именно это самое то, что надо, чтобы прям поставить ее и ехать на газу как надо. На газ откликается моментально. Можно либо уйти в дрифт сразу же с газом, можно потихоньку контролировать прям маленькими рывками. Все классно. Вот. Ну, пока с тормозами только маленькая проблема. Ну, зачем они нужны? Вот. А так все отлично. Просто хочется покататься и чтобы люди покатались, покайфовали. Для удовольствия, короче. Да. Перед спичкой просто это. Думаю, сейчас приму и уйду. А потом систем. Руки погреть. Я не замерзли руки. Блять, руки не могу погреть, он холодный. Ну не холодный, а не, вот. Чувствую. Тепленький, градусов, наверное, 40. Че скажешь? Вообще офигенно. Слушай, рулится вообще четко. Вообще прям хоп-хоп-хоп. Да, да. Чуть-чуть прям тык-тык-тык. Я сначала думал, может заваливаться будет. Нифига он вообще сейчас стоит, как приклеенный. А сидишь на оси. И плюс она не сильно зацепнет. На конвас поэтому вообще нифиг делать. Да, да. Дай-да! Дай-да! Блин, мое колесо! Отдай! Пойдем там кипарим. Давай мне сюда его. Хорошая собачка. Так, у него все как обычно, да? Ну, справа. Не совсем, за ручку не держи, а то их нажми. Да, газулька мотоциклетная, тормоз передний, задний не работает, можешь его не нажимать, можешь нажимать, без разницы. В натяг медленно, ну в смысле этот, на месте лучше не, много не ездить, потому что он нагревается, а на ходу вполне нормально.
Поворачивает круто, прям нормально, резко надо, прям, ну, прям срабатывает хорошо все, рулежка. Вот. На задние колеса старайся все-таки резко не дергать, потому что передняя вилка слабая, может при приземлении обломиться. Ну, аппарат не мой, поэтому буду аккуратно. В остальном нормально. Система отключения в случае пожара, тет-провод дернуть. Просто вот так вот, да? Да. Ну, или газ заклинит. Ага. Все. Он включен, да, аппарат? Газовать стоит. Пушка-гонка, отличная машинка. Мои пальцы, мои руки. Че, просаживается? Ну я это, знаешь, в конце прямой просто сбавляю, он немножко приходит в себя. Не, я имею в виду при разгоне, вот когда выходишь, он уже слабее или нет? Чуть-чуть, знаешь, процентов чуть-чуть так на 20. Знаю, как я в гараже первый раз с двумя моторами. Такой выехал, с одним катался, он не встает. Поставил два со слабыми контроллерами оба. Такой, выехал потихоньку, думаю, ну дай-ка попробую. Вилибара не было. Лежу. Просто вот на сиденье упал и все, и вот лежу. Добро пожаловать. Это Holks, а это его Volkswagen. Я не пойму, на чем я, на мотоцикле или на машине? Это трицикл. Вау. Сейчас что-то будет. Так на руле это четко реагирует. Я говорю, четкость рулежки. У него еще бесконечный выворот. Ну, бесконечный выворот ты понимаешь, когда уже лишнего не нужно рулить. Да. Просто ожидаешь то, что сидишь на задней оси, и перед будет просто в воздухе болтаться. А нифига, он прям заруливает. Нет. Сейчас все нормально. Следующий ты. Не, нормально, не так. Без шлема не ездить, холодно. Да, сюда. Она просто
хочется понять, что это ни разу не картинг, у него специфическая управляемость. Ну, иногда кажется, что это велосипед, когда ты в повороте. А, я знаю, что еще он не едет. У него снега набилось колес. Смотри, там тоже. А еще у него избыточный ход газа. А еще у него беспроводная цепная передача. Нет, это очень чистая просто цепь. А, очень чистая. Она из прозрачного пластика. В случае пожара дергать за вот этот провод. Понятно, что он надежный. Потому что хочется, чтобы было быстрее, но были тормоза при этом. Да. Ты на это смотришь и думаешь, ну блин, вот как сейчас, наверное, достаточно. Но если будет понадежнее, то можно и быстрее. Ну блин, ну так, в принципе, полтинник нормально. То есть ты херачишь и понимаешь, что ох ты. Вот это хороший пилот, он на обратную связь оставляет. Все честно, как надо. Эта штука, она как раз для меня, потому что я все время не могу понять, что мне больше нравится, мотоциклы или автомобили. А это вот и не то, и от того тут как раз половина. Ну, то, что надо прям, мой транспорт. У нас тут кружок очумелые ручки. Он тоже будет собирать скоро.